Несмотря на морозы, для метросети декабрь выдался жарким месяцем. Засучив рукава, команда провайдера готовила интересные предновогодние активности для детей и взрослых. Новый год – это особый праздник. И для нас очень важно разделить предновогодние радости и хлопоты вместе с нашими любимыми клиентами. Мы украсили наши офисы и телеофисы, подготовили красочные бланки для писем Деду Морозу, чтобы любой желающий мог исполнить свою мечту. Разработали новые фоновые заставки на телефоны, подготовили для клиентов полезные посты в соцсетях с чек-листами подарков для близких людей, а также онлайн-стикер-паки для новогоднего настроения. Главной интригой приближающегося праздника стал масштабный онлайн-розыгрыш смарт-телевизора 4К, который проходит среди клиентов-провайдеров в группе во ВКонтакте с 16 по 28 декабря. 2023 год стал для нашей команды очень насыщенным и даже прорывным. Мы запустили целый ряд новых услуг. Это полноценное интерактивное ТВ. Во многих городах своего присутствия установили городские камеры видеонаблюдения. Вышли на новый уровень работы с бизнес-сегментом. Предлагаем индивидуальные технологичные решения по подключению офисов к интернету, телевидению и видеонаблюдению. От лица всей команды Метросети поздравляю всех горожан с наступающим Новым годом. Пусть в вашем доме всегда царит уют, тепло, взаимопонимание. А о качественном интернет-соединении позаботимся мы. Также в продаже у команды провайдера имеются электронные подарочные сертификаты номиналом 30, 120, 180 и 365 дней пользования услугами Метросети. Там знают, что стабильный интернет – это прекрасный подарок. Следите за новостями провайдера, чтобы не пропустить все самое интересное.